Здорово! Вот сейчас у нас необычный ролик. Сегодня мы будем вносить разнообразие в контент. FIFA это, конечно, хорошо, но хочется уже вам подать чего-нибудь нового, экзотического. Короче, сделаем то, чего еще не было на канале PlayJackson. Небольшая предыстория. Практически на каждом стриме найдется такой бандит, который будет мне предъявлять за то, что я перестал отвечать в личные сообщения в Инстаграме. Мол, ты, PlayJackson, зажрался, раньше вон... Отвечал. Было время. Значит так, если не будешь отвечать, отписка, дизлайк. Правильно, блядь. У меня на ютубе почти 40 тысяч подписчиков, на инстаграме чуть больше 4к. Но уже даже в моем положении очень сложно отвечать на личные сообщения. Отсюда возникает вопрос, и сразу же идея для этого самого видео. Возможно ли получить личный ответ в инстаграме от популярного фифера или же футбольного блогера? Сегодня мы это и проверим. Первый у нас на очереди будет Клок, новоспеченный игрок Амкала. У него чуть больше 10к подписчиков в инстаграме, поэтому шанс получить ответ довольно-таки велик. Клок, привет, после того, что произошло на проекте «Хочу вам кал», ты просто обязан назвать своего сына Мотя. Первый участник нашего эксперимента уже заряжен. Следующий у нас на очереди Нечай. Привет, одолжи, пожалуйста, 50 тысяч рублей на мопед. Ему на мопед надо. Одолжи, пожалуйста, 50 тысяч рублей на мопед. Who is next? Ну раз мы затронули Нечая, самое время перейти к Герману. Привет, не думаешь создать паралимпийский состав Амкала? Да ё-моё, готов приехать на отбор? Ну, конечно, я сомневаюсь, что такие ребята, как Герман и Нечай, ответят. Ну, типа, все же, почему бы не попробовать? Так, следующий у нас на очереди Санька Фифа. Говорят, эмблему Амкала. Да ну нахер. Говорят, эмблему Амкала сменят. Делаем новое тату. Если так каждый последующий сезон Амкал будет менять свою эмблему, то у Сани Фифа просто вот такой вот слой будет краски на игре. Жестко. У меня все идет постепенно. Вот отписали Сани Фифа, теперь дело дошло к Разину. Ха-ха. Как погода во Вьетнаме. Вот так вот отмечаем каждое сообщение. Шанс увеличивается примерно на 5%. Андрюха Сипскана, почти 200к подписчиков в инстаграме. Сипскана музыкальный человек, рэпер. Oh, baby, boy, you kiss my boy. Значит, ему нужно что-то интересное, что-то необычное написать. Привет. Все, необычно. Привет, оцени мой набросок нового трека «Закос под Моргенштерна». Повторить творчество Моргенштерна это, в принципе, несложно. Сам сказал, сам поржал. Мос Фифа с 41к подписчиков. Недавно Мос провел первый свой турнир на ютубе. Лига фиферов. Если будет второй сезон, я с удовольствием приму участие. Если успею купить плойку. Какие критерии на отбор второго сезона Лиги фиферов? Ждем. Землячок Руслан Сорока. Руха стал, кстати, победителем турнира Моза. Вряд ли, конечно, он ответит. 80к подписчиков. Хотя по украинским фиферам это, по-моему, не максимальное число подписчиков в инстаграме. Польский школьник, по-моему, круче. Ну да, чуть больше, чем на 10к у него подписчиков, нежели у Рухи. Привет, провожу эксперимент на канале PlayJackson 40к, в ходе которого я хочу узнать, возможно ли получить ответ от фифера, футбольного блогера в инсте. Так вот, вопрос следующий. Часто ли ты отвечаешь подписчикам? Очень важно. Я планирую вообще написать около 30-40 персонам, и понятное дело, что всем интересные вопросы я не могу задавать. Поэтому некоторым фиферам, блогерам буду писать Ctrl-V, Ctrl-C. И время сэкономим. И не сильно будет обидно, если вообще никто не ответит. Ну, голова! Потому что если никто не ответит, то скорее всего, что это видео не выйдет. Вы что мне показывать? Себя, что ли? Первый голкипер в нашем эксперименте Федор Масло. Сколько стоила награда лучшего вратаря Амкала? Так, следующий у нас Спирико. У него 280 тысяч. Вообще до хрена. Ctrl-V, Ctrl-C. Ребята, мне ответил Нечай! Смотри, блядь! Смотри! Просто смотри! Плес, фокус! Хуй тебе! Капец, ребята, я тупо не ожидал, что мне ответит Нечай, у которого 420 тысяч подписок. Сука, сразу настроение поднялось. Следующий у нас по списку Джефф Бабатумба. На новый сезон Амкал усилился защитниками. Как будем убирать оппонентов? Конкурентов. Нечай со мной общается. Я просто в шоке. Запись экрана. Из-за недостаточно места, сука, для записи. Жизнь, ребята. Это жизнь просто. Кончилась запись, блядь, на айфоне. Не заработали мы еще на новый iPhone? Спасибо, уже бегаю в зале, надеюсь через 2 месяца выйду на футбольное поле. Короче, ребят, я дальше буду просто скриншотиками кидать. Если что, вот смотреть просто сразу.
Скоро можно будет снова тебя не брать в Амкал. Блять, обидно, сука. Я пузо назад отращу. Плюется он норм. И пузо амкаловское. Короче, уже можно сказать, эксперимент удался. Следующий у нас Максим Гудмакс, певец, пифер и бывший, наверное, уже игрок Амкала. Привет, есть вопрос. Успешная карьера певца или 5 лямов на ютюбе в качестве блогера? Николай Полупанов, а.к.а. Лакер. Привет, Коль, какую пасту используешь для укладки волос? Зубную, бля. Витя Блатов. У Блатова 140к в инстаграме. Привет, очень хлестко бьешь ногой. Будь аккуратен, еще Панин украдет в свой гарем. Карпов Антон, он же Чужой. Привет, Антон, в Амкале уже есть Чужой, вам нужен Хищник. Короче, друзья, поступаем следующим образом. Я продолжаю писать сообщения в режиме Ctrl-C, Ctrl-V. Еще примерно 20 фиферам, или же футбольным блогерам, или же и фиферу, и футбольному блогеру. И завтра в это же время подвожу итоги. Ку-ку. Второй день нашего эксперимента. Я одел кепку, можно продолжать. На самом-то деле, друзья, я даже не думал, что настолько все круто получится. Честно, как только я задумал данное видео, я не мог предположить, что мне так много людей ответит. Вот реально. Я надеялся на то, что мне ответит хотя бы один человек. Если ответит один, то уже можно делать видос. Логично? Логично. Но мне ответило значительно больше. Вот с этого момента попал друг. Вчера после того, как мы записали первую часть, я отписал примерно 16-17 блогерам. Я врубил стрим, немножко постримил и освободился уже глубокой ночью. Не успел я продолжить данный эксперимент, как мне пришел второй ответ. От блогера, от которого я вообще не ожидал, что он мне ответит. Небольшая поправочка, друзья. Всем блогерам, которым я писал не перед камерой, я строчил одно сообщение. Ctrl-V, Ctrl-C. Так вот, мне ответил Женя Спиряков. Честно, очень редко, потому что редко пишут адекватно и интересно. Но редко это относительно числа заявок. Из 30 тысяч ответить на 100, вроде мало, но 100. Спирякову плюсик, Спирякову отвечает. Я понял, спасибо за ответ, в любом случае я попал в эту сотку. Не чай, Женя Спиряков уже 2 ответика подъехал. Так вот, за вчера я написал ровно 30 блогерам. Изначально, конечно, я хотел написать минимум 50 сообщений, но, видимо, YouTube это не сильно одобряет, и на 31 сообщение он сказал мне хорош спамить. Третьим блогером, от которого я получил ответ, был Максим Водопьян. 88 тысяч подписчиков. Просто лаконично, смайликами. Плюс один. Три уже ответа. Я, конечно, чуваки, не знаю, как это работает, но ровно в ту же минуту, как мне ответил польский школьник, пришел еще один ответ. Также от украинского фифера, также от днепрянина, Руслан Сорока и Кейруха. Так реально, посмотрите, один в 12.55 написал. И второй. Вот это зеленый линк у пацанов, вот это сыгранность. Привет, Лига Фиферов, Изи Мани. Очень важно. Изи и смайлик. Привет, провожу эксперимент, положи к входе, который... Часто ли ты отвечаешь подписчикам? На какие-то адекватные вопросы отвечаю. Понял, принял. Пятый ответ от блогера уже последовал утром. Вабон. 9000 подписчиков в инстаграме. Это, наверное, наименьшее количество подписчиков из тех блогеров, которым я писал. Часто ли ты отвечаешь подписчикам? Часто, особенно если это интересный вопрос или оригинальная идея, а не просто «Привет, я твой подписчик, как дела и когда уже новое видео?» Это был 6-й или 5-й. Запутал. Ночью мне ответил осетинский боец по совместительству фифер Суперстас. Часто ли ты отвечаешь подписчикам на адекватные вопросы всегда? Круто. Ну раз так, еще один вопрос. Твоя команда на матч против Амкала уже укомплектована? Влететь в нее уже невозможно? Поступает ответ. В нее не влетают. Команда только с твоих знакомых сформирована. Слушай, открой YouTube и посмотри там, чтобы я не отвечал на одни и те же вопросы по миллион раз. Среди подписчиков уже был отбор. Понял, спасибо за ответ. Ну типа я знал, что Стас будет играть со своей командой против Амкала. Ну, не знал, кто в эту команду входит. В любом случае, получил понятный, адекватный ответ. Плюс один. Но если я надеялся на ответ от кого-либо, то это был Клок. И он ответил. Клок, привет. После того, что произошло на проекте «Хочу в Амкал», ты просто обязан назвать своего сына Мотя. Я сам еще ребенок. Ну, в будущем. Лайкнул. И последний, друзья. Финальный ответ. Данте 71. Часто ли ты отвечаешь подписчикам? Привет. Стараюсь отвечать по возможности, но редко получается. Понял. Ну, еще один вопрос. Сразу же общаюсь с рефом. Вар нужен в современном футболе или же без него норм? В общем, друзья, давайте подытожим. Я сделал 30 сообщений фиферам, футбольным блогерам. По итогу мне поступило 7 ответов. Я не ожидал. Думал, будет максимум 2. Но финалочка меня просто порадовала. Как вы видите, друзья, получить ответ от вашего любимого блогера вполне реально. Важно сохранять адекватность. А, ну и, конечно, интересные вопросы задавать. В общем, всем спасибо, кто откликнулся, кто посмотрел это видео, кто поставил лайк, кто подписался на меня в инстаграм. Идеи на подобный формат у меня еще имеются. Буду ждать от вас комментарий, прочитаю, если интересно, отвечу. И да, скорее всего, что до выходных я разгребу свой директ. Пока.